Как сделать подарок с денег своими руками? Вариантов подарить деньги масса. Проще всего изготовить из них коврик или сделать сердце лебедя в технике оригами. Варианты подарков из денег – торт. В качестве каркаса берется обычный картон. Из него изготавливается фигура цилиндрической формы, которой крепятся купюры и ковер. Необходимо взять целлофан и сделать из него кармашки. Вложите в каждый карман по купюре, получится целое денежное полотно, денежное дерево. Вам необходимо взять горшок и наполнить его пенопластом. Сверху укладывается ткань, в пенопласт вставляется стебель дерева, изготовленный из проволоки. На проволоку крепятся купюры и шкатулка. Изготовьте из картона шкатулку, украсьте ее лентами, цветами и вложите внутрь деньги-бусы. Вам понадобятся купюры, которые нужно сложить гармошкой, в центре неплотно связать веревкой. Далее поочередно крепите бусины и бабочки из купюр. Получится оригинальное колье, как красиво подарить денег любимой, слова. Вместе с деньгами необходимо произнести несколько приятных слов. Очень тщательно стоит подбирать слова для жены или любимой. Конечно, любимой женщине лучше вручить какой-то интересный подарок, но бывает, что именинница сама просит подарить деньги для осуществления покупок. Стихи для вручения денег любимой: человек я недалекий и фантазия не слаба, я же человек практичный, знаю, что будешь ты рада. Не дарю тебе я кактус, не дарю тебе цветы, а дарю тебе я деньги, королева красоты. Подарю тебе на праздник пару значимых купюр. Будет пусть всегда на отдых и вещички от кутюр. Жить богато пожелаю, копилку пополнять на себя, с любовью тратить никогда не забывать. Пусть конверт себе может цель свою осуществить. Ну а главное, желаю я всегда счастливо жить. Подарок, чтоб не мучиться, вот сумма в день рождения. Надеюсь, что ты лучше и найдешь ей применение. Как подарить деньги ребенку, слова. Ребенку нередко вручают деньги, так как очень сложно выбрать ценный и действительно нужный подарок. Дети не могут адекватно оценить свои потребности, поэтому склонны заказывать игрушки. Это не всегда нужный и полезный подарок. Если дарите деньги, подумайте о красивых словах. Стихи к подарку: деньги пусть он падает или поднимается, но тебя такой процесс не касается. Оттопырился карман, значит, не пустой. Этот рубль-талисман, будешь ты с деньгой. Успехов, радости, удачи и исполнения мечты. А пожеланиям в придачу подарок денежный прими. Как красиво, оригинально подарить деньги на свадьбу, слова, стихи. Свадьба – необычный день не только для молодоженов, но и для гостей. Необходимо как стоит подготовиться, приобрести новые наряды, сделать прическу. Также необходимо позаботиться о подарке. Часто на свадьбу дарят деньги, это самый лучший презент, так молодожены сами разберутся, что им необходимо. Обычно с таким подарком говорят приятные слова и поздравления. Стихи на свадьбу, к подарку деньги: сегодня ваш волшебный день, искрится счастьем даже тень. Невеста нежная, как фея, жених при взгляде сразу млеет. Позвольте нам поздравить вас, сказать, у вас все будет класс. Вручить вам денежный конверт и сделать вклад нам в ваш бюджет. Чтоб жили счастливо, красиво, душа искрилась позитивом. И каждый день был полон счастья и не коснулась вас ненастья. Словно звездочка на небе новая семья зажглась. Чтобы свет ее был ярче, я подарок вам припас. Чтоб возможности с желанием могли точно совпадать, я в конверте для вас денег подарить хочу сейчас. За такую красивую пару поднимаем сейчас бокал. Для начала семейной жизни дарим стартовый капитал. Как необычно креативно подарить деньги. Все зависит от возраста виновника торжества и повода. Для молодых людей главное веселье и креативность. Торт из денег – это красиво, но молодежи стоит вручить деньги необычно. Как прикольно и шуточно подарить деньги. Хотите, чтобы все гости хохотали, а виновник торжества запомнил ваш подарок? Придумайте оригинальный способ вручить денежки. Прикольно ли подарить деньги в банке? Это самый простой способ вручить купюры, особенно если времени мало и вы не успеете сделать что-то оригинальное. Существует несколько вариантов, как подарить деньги в банке. Соленья. Возьмите 3-литровую банку и заполните ее мелкими бумажными купюрами. Закатайте крышкой и приклейте надпись «Капуста пряного посола, варенье». Возьмите 0,5-литровую банку красивой формы и наполните ее монетами. Можете брать центы, а не отечественные деньги. Закрутите крышкой и завяжите горлышко мешковиной. Приклейте этикетку «Варенье из Лави, банк». Заполните банку купюрами и закройте крышкой.
Приклейте надпись «MXBank», как подарить деньги на юбилей, слова, стихи. Если праздник не обычный день рождения, а юбилей, то стоит подобрать красивые и серьезные стихи для вручения денег. Они должны быть нейтральными и сказанными от чистого сердца. Лучше всего, если вы выучите стихотворение. Как интересно подарить деньги мужчине, слова, стихи. Хотите подарить деньги мужчине? Придумайте интересный вариант для оформления и обязательно выучите несколько строк. Как интересно подарить деньги женщине, слова, стихи. Деньги для женщины как вода. Никто быстрее представительниц прекрасного пола не может потратить деньги. Поэтому женщину нужно дарить много денег. Как красиво и оригинально подарить деньги подруге на день рождения. Если у вашей подружки юбилей, а вы пока не определились с подарком, вручите деньги. Вариантов оформить такой подарок очень много. Это оценит виновница торжества и гости. Сколько денег кому дарить? Все зависит от повода и праздника. На свадьбу дарят немного больше, чем на день рождения. Ориентировочно дарят в 1,5-2 раза больше, чем виновник торжества потратил на организацию праздника. Немаловажное значение имеет и город, в котором вы живете. В столице зарабатывают больше, поэтому и дарить нужно больше. В среднем на именины нужно дарить 3-5 тысяч рублей. Если вы родственник, то можно подарить и больше. Деньги – один из самых универсальных подарков. Красиво их вручите и не забудьте про поздравления. Мой подарок не затейлив, вам дарю подарок деньги. Все, что только захотите, вы себе на них купите. В общем, разберетесь сами, как вам поступить с деньгами.